Всем привет! Сегодня я расскажу об аквариумном растении, лобелия пурпурная. В природных условиях лобелия пурпурная произрастает в водоемах Северной Америки. Лобелия имеет прямой стебель длиной 20-30 см, на котором поочередно в виде спирали расположены листья овальной формы длиной до 5 см и шириной 3 см. При интенсивном освещении нижняя сторона листьев принимает красно-фиолетовую окраску. Благодаря своей нетребовательности к содержанию, лобелия получила большую популярность среди аквариумистов. При хороших условиях содержания, в период с июля по сентябрь, растение может зацвести, пробросив над поверхностью воды цветонос длиной до 50 см с ярко-красными цветами. Для получения более красивого вида верхушку у растения прищипывают, вследствие чего лобелия выпускает много боковых побегов и приобретает весьма привлекательный вид. Следует знать, что листья растения с удовольствием едят креветки и мальки. Параметры воды для лобелии пурпурной должны быть следующими. Температура 18-26 градусов Цельсия, жесткость от 5 до 15. Кислотность от 6 до 8. Для хорошего развития растению необходимо яркое освещение интенсивностью не менее 0,5 Вт на литр, желательно подкормка CO2 и внесение жидких удобрений. Также требуется еженедельная подмена части воды в аквариуме свежей. Размножается лобелия черенками. А на этом видео подходит к концу, подписывайтесь на канал. И жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. До встречи!